Долгожданную «Лигу справедливости» Зака Снайдера планируют выпустить на HBO Max в начале 2021 года. Фанатская компания Snyder Cut стартовала, когда студийная версия «Лиги справедливости» полностью провалилась в кинотеатрах, а фанаты и критики забросали негативными отзывами всевозможные рейтинговые сайты. Во многом это было связано с тем, что первоначальное видение «Лиги справедливости» от режиссера Зака Снайдера было полностью изменено Джоссом Уидоном, когда его пригласили завершить съемку после трагедии в семье Снайдера. С тех пор фанаты долго и упорно боролись с Warner Bros., чтобы студия выпустила оригинальную версию Снайдера. После нескольких лет ожидания они наконец-то в прошлом месяце получили информацию о том, что «Лига справедливости» Зака Снайдера официально выйдет на HBO Max в следующем году. Этот релиз означает, что фанаты наконец-то увидят сюжетную линию и персонажей, которые были удалены из ранее вышедшей провальной части «Лиги справедливости». Снайдер провел большую часть нескольких предыдущих лет дразня фанатов оригинальной «Лигой справедливости», поэтому у поклонников уже есть твердое представление о том, чего ожидать. Что касается персонажей, фанаты наконец-то увидят марсианского охотника и Айрис Уэст, но, скорее всего, большинство с нетерпением ждут встречи с Дарксайдом. У «Лиги справедливости» Зака Снайдера до сих пор нет официальной даты релиза, но впервые временные рамки были сведены к 2021 году. Журнал Variety недавно провел интервью с Андрой Дьюи, президентом Warner Media Entertainment по производству и бизнес-операциям, о текущем статусе HBO Max. Во время этого разговора была затронута тема и «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Дьюи сообщила, что фильм появится на канале с начала до середины 2021 года.